это они освободили, но это же не мир. Типа нищеты. Просто как это? Торговцы там у нас 700 хп там и 900 это обычно там 600 и 750 это уже круто там. У нас 800-ники этот, ну, налетовые. Но тут эта планета Зарикмгудум и Персифона. Ну тут это Тинезакс, у них флот только перед. Ну они их сражаются какое-то время потом все. Обычная не война. А это, ну, аграрий. Ничего не про это смешано это. Это слабовато, а это так. Тоже не особо. У них у людей только флот, ну, типа, чуть-чуть уровень получше, чем у людей. То есть два мизера как-то средних. Некоторые время продержатся. А тут Линукс, да, хороший индустриальный. И Уфиян. Смешанная, самодостаточная планета. То есть они даже излишки, если агравия, там, продукции сюда на индустриальный перекидывают. Могут. И все, тут флот. Ну, он обещает, этот флот будет помощнее. Гораздо. Чем даже он смешанный. Но так как это Уфиян, у них выше уровень на один. То есть они приблизительно одинаково. И плюс баланс, это как полубаланс. То есть она тут, она сама в себя тут закручена, еще плюс этим помогает. И пусть, ну, либо, да, это. Ну, мы же поставили сфинкс и новую базу вот сюда. И она сюда и проблема. Харатройка, ну, тройку, да, взять. Ну, на талот слетать. Да что тут, походу, не будет, да. Надо захватить их. Миновер, миновер, ну, бетазоиды все равно стоят в углу талота, справа с ними, когда мы... Так что тут прыгнуть миновер там, того куда и прыгнуть останется. Жулик летел, ну, за астероидами. Мне всю роскошь скупили. Простая, где ты? Ну, совсем в другую сторону. Ну, эта база, да, закреплена. База дракона. Только раз две планеты сходятся. Если сейчас подфартит, можно тут разбираться. $630. Тут 480 повезло, но и нет. Здорово. Ну, если бы было тут 1400 продуктов, 74 стоило. А сюда перекинуть 50. Задача какая. Тут роскошь 600. Техника дороже, чем там. 79 продукции. Типа 74. Ну, а покупать на 71. Ничего не будет. 15 роскоши есть. А тут продукты можно сюда закинуть, на бетазоид. Где? Ну, справа на 74, а тут 80. Можно. Технику тут.
Да, мы скинем сейчас. Три орда с бронетранспортом. Були. С пиратами, или четыре. Потом 18. Металломинералы. Для купить парку. Роскошь и проон. 215, а тут по 202. 30 еще. И перезакинем потом обратно. Медик скупает. Партия нодов. 224. У нас 285, можно взять 180. Дальний прыжка плюс 3, а у нас пернинский двигатель там для людей. Пернинский. Берсерк. Сила оружия плюс 5, дальность темпы плюс 2. Размер плюс 80. Вообще, ну, что там перед? Как убери, он должен, если берсерк, то плюс 50 на оружие быть. Или там хотя бы 25, а там танец плюс 120. Задать. Берсерк, ну 54 вообще без флагов. Грузовой отсек можно 15%, плюс 15 получить. У нас сколько потом? У нас уже бронз строен, но 7 на 15. Ну плюс 105 где-то. Ну, на сотку. У нас так 700 и куда там. У нас 400 как бы объем. Свободный. А вот дальность прыжка плюс 14, 900 много, а у нас сколько там? Нам жампу надо поставить и все. А то аддон. Ну, аддон расширение. Ну, обычно, когда есть, но они уже не дают. Уже не наверх. Надо тогда искать. Ну, завязан этот вес выгодно, но находится в противоположном углу. Чтобы базу куда-то сюда поставить. Титан. Можно на титан прыгнуть. Забрать, выпрыгнуть на заве и потом туда уже прыгнуть на льдинку. Мини-размерно еще. Рожа, уже прыгнул, а куда мы должны? Тоже жулик. 650, это плюс 7, это дипломат. Скоро 435. Ну, дипломатов покруче. Защита. И скорость чаще, ну, то есть из-за объема, чем без больше, тем тяжелее летать. Корабли. 53. Еще что-то еще мы подорвали. Ну, мини-размерный может оказаться потом, что только на резак, который так нет никакого размера. Под два.